Шишкан. Бекфорс. Оставление Зубова. Бекфорс шайбой. Выкатывает на Синицына. И гол. Я был прав. Бекфорс сравнивает счет в матче. 1-1. Спасибо канадам за лихое начало. И Бекфорс в неудобной руке распечатал ворота Синицына. В общем, маловероятно, что сегодня Гюнги забьет. А вот в следующем матче очень даже может быть. Бекфорд все-таки забивает! Дубль шведа и счет в матче 3-3! В середине заключительного периода! Яркий хоккей, 6 заброшенных шайб. И классно сыграл Бекфорд. Ближний угол ворот Гюнги Синицына. Шайбу забросил! 4 с небольшим минуты до конца периода. Нефтехимик обороняется. Кешка. Бросок, и клюшка сломалась. Гюнги на пятачке. Бекфорс! 5-3! Бекфорс забрасывает свою третью шайбу в матче! Забивает Никлас.